Вот экскурсию сейчас проведу, всем привет, по закрытой группе, вот она называется Hi-Fi Training, значит месячный взнос 560 рублей, и здесь что мы видим? Вот мы видим новостную ленту, новостная лента, в которой я каждый день делаю тренировки. То есть вот вы зашли в новостную ленту, но если вы подписались, если вы прошли консультацию со мной, консультация в переписке, просто я задаю вопросы, вы отвечаете мне именно в письменном виде, вот, и мы решаем, что для вас лучше. Но те, кто более продвинутые, они тренируются в новостной ленте вместе со мной, ну, старые участники, которые уже избавились от боли, кто себя хорошо чувствует. Ну, вот, например, сегодня я уже выложил, что я делал сегодня. Так, надо звук включить. Я сегодня повторю вчерашний, может быть, с какими-то дополнениями, изменениями. Значит, смысл вообще, самый главный смысл в чем? Сейчас я чуть-чуть промотаю. Вот, и вот так идет тренировка. То есть, сегодня была растяжка такая пассивная. Растяжка спины со всех позиций, там, с наклонами, с выдавливаниями поясницы. И вот такая часовая тренировка. Я проматываю так, чтобы было представление. И во время отдыха я что-то рассказываю. И выхожу в эфир, делюсь какими-то новостями или сообщения какие-то, предупреждения. Там день через день тоже я выхожу в эфир. Вот. Но кроме этого существует еще архив. То есть, если человек пришел, вот он не может, у него боли, он хочет избавиться от боли там или какие-то у него другие проблемы. Вот у меня есть здесь архив. Здесь по различным темам, вот тут ненавязчивые упражнения для ног, самомассаж, реабилитация, разрыв связок и сухожилий, перекосы таза. Тренировки по отдельным мышечным группам, силовая тренировка, теория операции восстановления. Вот кто там после операции, да, отдельные мышцы, бицепс, ноги, ягодицы, тренировки с асептическим некрозом. Вот это большой архив, то есть каждое вложение открываешь. Вот, например, ненавязчивые. И здесь 7 уроков, которые нужно повторять 4 круга, то есть это месячный цикл, вот, и вы работаете с ним. Так что, если вам интересно, я ссылочку оставлю, пишите мне, буду рад с вами познакомиться. Мне интересно просто все случаи, потому что я их коллекционирую, собираю, и на этом у меня складывается какой-то объективный взгляд на проблему коксартроза, некроза, сколиозов и прочих там неприятностей. Всем пока!